Сегодня поговорим о изготовлении деревянной лестницы в доме. Это вот баня. Вот, значит, мы изготовили лестницу следующим образом. Ушло у нас 3 штучки тетивы. 40-ка на... А, это 60-ка у нас. 60 на 300. Трехметровая она. 2 вот таких столба ушло, 100 на 100. Ну, здесь 9 ступенек, 2 щита, 1,20 на 1,20, 40-ка ступеньки, 40-ку мы здесь использовали. Значит, что, первым делом мы ставим столб, устанавливаем центральный столб, на нем даем разметку. Ну, здесь вот так получилось, что ступени у нас идут на расстоянии 20 сантиметров по высоте. Сначала ставится столб центральный, выставляем его по уровню. Затем ставим вот эту тетиву. Тетиву поставили, сделали разбивку, зарезали. Уже потом от нее поставили вторую тетиву. Установили дополнительные столбы. Все это укрепили. И потом мы поставили ступенечки. Тетиву мы к столбу крепили. Мы в столбе сделали пропил, как нишу туда. Ставили туда тетиву. И здесь вот видно шпильки, мы отсюда стянули. И здесь, ну тут проще, тут от стены здесь... Мы просто столб с одной стороны сделали, выбрали как бы в нем такую нишу. Здесь вот так сидит. Ну тут все эти отверстия вот есть, заглушечки, это все мы потом заглушим. Вот таким вот образом будет выглядеть. Все, вот она даже держится. Потом она приклеится, все покроется лаком. Все эти штучки, все отверстия от шурупов, это все закрывается. Все это мы закроем уже скоро. И, конечно, будет покрываться лаком. Сейчас вот мы доделываем, на втором этаже осталось поставить балясин здесь по прямой. Снизу ставится подбалясник, так называемый, в нее вставляются балясины, все шурупы не будут видны у нас. И потом она вот по размерам мы все это отпилим, и все у нас вот таким вот образом будет ровненько и красиво выглядеть. Балясины здесь вот стоит уже с шаром, а центральная балясина, она, мы ее изготавливали из бруса 100 на 100, поэтому вот, чтобы ее завершить, нужно будет поставить шар. Мы вот коронкой выберем дрелью здесь отверстие и вставим туда и приклеим шар. Будет красиво и хорошо на повороте.